Ребят, привет! Сегодня у нас распаковочка, обзорчик кабелей USB Type-C. До этого я не покупал такие кабели, потому что у меня не было для чего их использовать. Сейчас же отставил себе телефон Verne Apollo Lite, который был у меня в обзоре. И у него USB Type-C. Соответственно, чтобы я мог заряжать его и на работе, и в дома, и иметь кабель про запас где-нибудь с собой, я докупил себе две штуки от бренда Ugreen и бренда Chowtech. Давайте сейчас распакуем и посмотрим на них. Вот такой вот кабель от бренда Ugreen. Продавец дал в подарок вот такой вот застежку-органайзер для провода. То есть можно вот так вот скласть провод, зафиксировать его и носить с собой, например. Да? Спасибо продавцу. Подарок очень приятный и очень полезный, главное. Провод я взял длиной 1,5 метра, чтобы можно было использовать его дома. Там были разного цвета. Взял я зеленый, очень приятный цвет. Очень колоритный, в стиле Benetton, так сказать. Дальше перейдем к бренду Chowtech. Прислали вот такой вот упаковочки его. Взял я кабель не длинный, длиной 50 сантиметров. Например, чтобы его использовать на работе. Там не длинного провода, в принципе, не нужно. И еще купил вот такой вот адаптер. Тоже Chowtech. Сейчас посмотрим. Адаптер в стиле брелка с микро USB на USB Type-C. То есть можно прицепить к ключам, например, как брелочек, да. Если где-нибудь забыли взять с собой USB Type-C кабель, а как мы знаем, еще не у всех они есть. Если быть точнее, почти ни у кого их нет. Поэтому вот такой вот адаптер может пригодиться, если хотим где-то подзарядиться. Единственное, я хочу еще потестировать эти кабели, поддерживают ли они Quick Charge технологию, да. Если у них сечение достаточно большое, значит, должны они поддерживать. Если же сечение маленькое, то, наверное, они, скорее всего, не будут поддерживать Quick Charge. И это, конечно, печалька. Для этого давайте возьмем наш тестер. Например, начнем с этого провода. Как видим, кабель Chowtech работает в режиме Quick Charge. Сечение провода тоже очень хорошее, очевидно. Теперь я хочу попробовать то же самое на кабеле Ugreen. Напоминаю, что длина его 1,5 метра. Продавца были и на 2, и 2,5 вроде метра, если не ошибаюсь. Ссылки под видео оставлю, посмотрите себе. Итак, сейчас подключен кабель Ugreen, 1,5-метровый. Как видите, Quick Charge работает. Заряжается сейчас телефон от 9 вольт. Соответственно, сечение провода очень качественное. И последнее, что я хочу потестировать, это вот карманный такой вот адаптер. Возьму я обычный micro USB провод, втыкаю его. Ух, супер! Защелкивается, вы, наверное, слышали, да? Прекрасно защелкивается, железно сидит. Адаптер чрезвычайно качественный. Мне он очень понравился. Ну что ж, тестируем, не влияет ли адаптер на зарядку. Видим наш адаптер. Тоже может заряжать в режиме Quick Charge. То есть наличие адаптера никак не мешает работать зарядке. Так, ребят, посмотрели вы краткие обзорчики, тесты этих проводов USB Type-C. И бренд Ugreen и бренд Chowtech мне очень понравились. Я долго выбирал, я очень скрупулезно отношусь к выбору вещей. Я стараюсь выбрать качественный бренд, высокого качества продукции. Продукция бренда Ugreen мне тоже очень понравилась. Можете перейти по ссылке, которая будет под видео, и посмотреть другие вещи продавца. Там есть и зарядки, и много других аксессуаров. Замечательные вещи, качество мне тоже очень понравилось. Цена на эти вещи средняя, не дешево и недорого. Ссылки оставлю, посмотрите себе. Отдельно скажу про вот этот адаптер. Очень мне понравился своим качеством.
своим дизайном, своей практичностью. Так что, ребята, если вас заинтересовала такая продукция, ссылки будут под видео, можете себе купить. Вот такой вот обзорчик, или скорее не обзорчик, а скорее похвастался тем, что себе купил. А вам, если понравилось, ребят, не забывайте ставить лайки. Удачных вам покупок и пока!